Юрий Баранов официально вступил в должность главы Шабановского сельского поселения, получив удостоверение на открытой сессии совета. На минувших выборах местные жители вновь отдали ему наибольшее количество голосов. Хочу поблагодарить жителей Шабановского сельского поселения за выбор, за доверие. Огромное вам спасибо. Хочу выложиться полностью, хоть у нас маленький бюджет, но я буду стараться, ну и стремиться к лучшему. Спасибо большое. Поздравить переизбранного главу приехал руководитель муниципалитета. Андрей Дорошевский пообещал поддержку и помощь в решении многочисленных проблем одного из самых отдаленных поселений. После окончания работы сессии вместе со своими заместителями глава района осмотрел местный ФАП, школьный пищеблок и магазин. Обсудили, куда можно перенести администрацию, ведь придя на новый срок, местный глава вновь вынужден работать в старом аварийном здании.